Если вы смотрите это видео, значит, наступило 4 сентября 2014 года. Ну, а мы передаем вам привет из прошлого, из 26 августа того же года. Чоза приехала в офис компании Huawei, и здесь мы нашли кое-что, о чем пока нельзя говорить. Устройство под названием Huawei Ascend Mate 7. Гигантский аппарат с 6-дюймовым дисплеем, разрешением 1920 на 1080 точек. Экран очень неплохой, с отличными углами обзора и вроде бы даже не сильно бликующий на солнце. Отличительной особенностью этого устройства является вот этот вот датчик. Это сенсор отпечатков пальцев, с помощью которого вы можете не только разблокировать устройство, минуя различные цифровые пароли, но также и ограничить доступ к отдельным приложениям и отдельным даже меню. Причем сюда вы можете забить до 5 отпечатков пальцев, не только своих, а любых людей, например, детей, жены и так далее и тому подобное. И самое интересное, что палец не нужно обязательно прикладывать точно так же, как вы его сканировали. Можете приложить его хоть даже и вот так. Гаджет все равно разблокируется. Mate 7 по-настоящему могуч. Он работает на базе чипсета Kirin 925 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Здесь 8 ядер. 4 А7 и 4 А15 и еще одно ядро, которое управляет только вот этим вот сенсором, о котором я уже сказал. Оперативки здесь достаточно много, 2 гигабайта, основной памяти 16 гигабайт и, конечно же, есть возможность расширить этот объем с помощью карточек microSD объемом до 128 гигабайт. Вставляется это все вот сюда. Для доступа к слотам microSD и microSIM нужна специальная скрепка, которая будет, естественно, идти в комплекте. В таком большом устройстве, естественно, помещается и большой аккумулятор. Его емкость составляет 4100 мАч, что позволяет даже заряжать другие гаджеты, если у вас под рукой есть кабель с разъемами microUSB и microUSB, соответственно. В этой модели используется фирменная оболочка Emotion UI 3-й версии, которая, в принципе, не сильно внешне отличается от предыдущей, но в ней есть ряд маленьких интересных фишечек. Например, если вы приведете пальцем с левой стороны экрана, выведется вот это меню. Если с правой, набор значков с помощью и переключателей, с помощью которых вы можете настраивать устройство достаточно быстро. И, кроме того, еще интересно, что в режиме блокировки вы можете вытянуть вот такую панельку на манер айфона. Здесь есть фонарик, калькулятор, календарь и... что это? И, кажется, камера. Честно, я не особый поклонник гаджетов вот такого размера. Они не очень хорошо лежат в руке. Но в целом устройство интересное. Оно выполнено из алюминия, что не может не радовать. Оно прочное, собрано отлично. У него неплохие камеры на 5 и 13 мегапикселей, соответственно. У него этот интересный сенсор отпечатков пальцев, который работает очень быстро и четко. Это неплохо. Новая оболочка, последняя версия операционной системы. Ну и, в принципе, зная Huawei, скорее всего, достаточно адекватный ценник. Пока предполагается, что это будет 25-26 тысяч, но это вилами по воде писано. Соответственно, цена может и снизиться еще немного, но это точно будет меньше 30-ки. В продаже гаджет, как и Honor 6, появится во второй половине октября.